Этот флокс называется «Светлячок». Он выведен в 2004 году Еленой Алексеевной Константиновой. Размер цветка 3,5 сантиметра. Высота у него невысокая, 50-55 сантиметров. Срок цветения средний. Днем он сиреневый, матовый, в сумерках яркий, светло-синий. Я бы даже его назвала неоново-синим. Мы сейчас снимаем уже вечернее время, и он вот вроде бы синий стоит, но камера не до конца передает вот этот синий, насыщенный, яркий такой цвет. Вот, значит, я еще хотела подметить, что у него сейчас на лепестках такие точечки. Это просто потому, что дожди без конца, и вчера тоже были, или позавчера. В общем, вот от дождей эти пятнышки. А так он очень-очень красивый. Мне он нравится тем, что он невысокий. Соцветия у него небольшие, среднего размера. Но, конечно, весь смысл этого флокса в его очень ярком, насыщенном синем цвете. В общем-то, соцветия у него средней плотности. По крайней мере, я вот его наблюдаю таким всегда. Чем он еще хорош? Тем, что он быстро разрастается.